Коту Васе уже около 7 лет. Впервые его отдали из мурдома в семью 4 года назад. Еще до открытия приюта волонтер подобрала его с улицы, вылечила и пристроила в хорошую семью. Новые хозяева кота знали о том, что за его здоровьем необходимо следить, и что ему нужен особенный корм. И вот зимой прошлого года Васю на протяжке находят совершенно посторонние люди, притом находят в критическом состоянии, с переохлаждением, с полным мочевым пузырем, то есть он не мог ходить в туалет. И также у него еще на фоне стресса проявилась кошачья чумка под лейкопения. Волонтеры мурдома вновь смогли выходить Васю. Хозяева кота объяснили его пропажу тем, что они уезжали в отпуск и оставили питомца знакомым. Через несколько дней от этих знакомых пришла печальная весть о смерти Васи. И, казалось бы, вот оно, радостное воскрешение кота, за ним должны были прибежать, забирать обратно в семью, но этого, к сожалению, не произошло, то есть нас в итоге заблокировали, и семья больше не выходила на связь. С тех пор Вася живет в мурдоме, он абсолютно здоров, и у него хороший аппетит. Кот стерилизован и привит. Вася очень спокойный и ласковый. Несмотря на то, что он уже далеко не котенок, Василий отлично ладит с детьми. Когда дети приходят в приют и кладут его на коленки, гладят, кот с удовольствием сидит с ребятами. Кошке Жупе около 2,5 лет. Как и у Василия, у нее тоже грустная история. Кошка попала в приют в начале весны прошлого года вместе со своим братом Ником. На фоне стресса у Жупы проявился коронавирус. Он мутировал в неврологическую форму ФИПа. Это заболевание, которое поражает именно в неврологической форме нервную систему, и у животного начинают отказывать лапы, то есть он не может вставать, он не может ходить, и Жупа была у нас в критическом состоянии, и, откровенно говоря, мы уже действительно задумывались о том, чтобы кошечку перестать просто мучить. Раньше такое заболевание было практически приговором, и животные чаще всего погибали. Однако в стране появился аналог дорогого импортного препарата. Жупа пережила 84 дня уколов, но в итоге выздоровела. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Кошка вакцинирована и стерилизована. Она прошла все обработки. Жупа – это, конечно, кошка. Кошка нечто, потому что она очень классная. Она очень любит лежать в самых разных позах. То есть она любит лежать на спине, на животе, на боку, как угодно. У нее все время такая очень милая мордашка. То есть каждый, кто приходит к нам в гости, все время смотрит на нее и умиляется. Выбрать себе пушистого друга и забрать его домой может любой желающий. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-908-762-09-51 или пишите в группу приюта «Мурдом» ВКонтакте.